Егор Смагин почти 6 лет занимается самбо. В секцию его привели родители, и мальчику сразу понравился этот вид спорта. Его наставником стал Виталий Михайлов. Сейчас Егор тренирует Максим Тарасов. С тех пор мальчик добился больших успехов. На его счету победы и призовые места в городских выездных соревнованиях. На прошедшем выходные первенстве Сарова по самбо Егор также взял верх над соперником. Я буду добиваться новых успехов. Вот. Может, когда-то займу, буду каким-то чемпионом мира. Самбо нравится? За эти приемы, красивые броски, красивая очень борьба. Тут, ну, без травм как-то обходится. Броски тоже интересные. Всего в первенстве по самбо спортивной школы ИКАР приняли участие около 140 воспитанников. Этот традиционный турнир проходит два раза в год. В первый соревновательный день на ковер вышли младшие ребята. Во второй пришла очередь показать свое мастерство старшим. По правилам борьбы самбо 3 минуты грязного времени. Все по классическим правилам борьбы самбо. Как вы знаете, борьба самбо сейчас уже стоит у нас в очереди в олимпийский вид спорта. То есть, возможно, через какое-то время мы увидим наших самбистов на Олимпиаде. Это наш отечественный вид спорта, который разрабатывался еще в начале прошлого века для войск спецподразделений, для милиции и так далее. Дословный перевод – самозащита без оружия. Есть спортивное самбо, есть боевое. Сегодня этот вид борьбы активно развивается в нашей стране. В Сарове возрождать самбо начали в последний год, после того, как к работе тренера на ИКАРе приступил чемпион мира и Европы по смешанным боевым единоборствам ММА Максим Тарасов. До этого в основном уделяли внимание рукопашному бою. Результат постоянных тренировок и частых выездов на соревнования могли оценить зрители городского первенства. Участники старались продемонстрировать все свои полученные навыки. Поединок был, в принципе, довольно-таки сложный. Противник тоже был такой сильный. А задней подножкой кинул его на 2 балла, а то передняя 4 балла. И удержание половины, удержание 10 секунд, 2 балла. Победители и призеры в каждой весовой категории получили дипломы. Кроме того, участники, занявшие первые 3 места, будут представлять наш город на ближайших областных соревнованиях. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.